себе время посвящать. Давайте мы встанем уже и начнем готовить свое тело. Так, и мы начинаем отключаться от всех своих проблем. Ножки у нас стоят параллельно друг другу, параллельно плечам, параллельно, ну, в общем, стоят они. Да? Тело раскручивается легонечко, и ручки у нас легонечко за телом следуют. При этом мы свой ум откладываем на полочку, прям реально так выбираем, и все свое внимание теперь переносим на тело. Мы ощущаем, как стоят наши стопы. Как движется тело у нас, как оно поворачивается. Челюсть при этом расслаблена. И мы свободно вдыхаем и выдыхаем. Ощущаем, как движутся наши руки. В течение последующих 2 часов мы будем только ощущать. Только ощущать. И будем думать. Обращаем внимание на вдох и на выдох. Он естественный, как идет, так и идет. Вдох и выдох – это удивительное состояние. И каждый вдох – это жизнь. А каждый выдох – это возможность очиститься от чего-то ненужного. Мы просто стоим, дышим и кайфуем. Ну, еще и двигаем тело. Молодцы, приставали. Давайте немножко подышим животом. Начинаем вдыхать в живот. Вдыхаем и выдыхаем. Снова вдыхаем. Каждый в своем режиме. Делаем вдох. Даже у нас нужен денег смотреть на счету. Мы уже почти прибыли уже за полгода. Ни на что внешнее мы не обращаем внимания. Все внимание только на свое собственное тело. Мы делаем вдох, вот. Если в какой-то момент нам не захочется вдыхать, такое тоже может быть, там есть такая пауза между вдохом и выдохом. Стоим и просто кайфуем. А теперь мы вдыхаем в животик и выдыхаем через улыбку. Со звуком «с». Еще раз. Выдыхаем пунктиром тот же звук, только пунктиром у нас выдыхаем. А работает пресс, только пресс.
Хорошо, начинаем гудеть. Гудим вниз там. Опускаем руку за ухо. Продолжаем гудеть, и одновременно делаем себе такой массаж легких, легенький кулачок, вот, либо вот этой частью, либо вот этой частью, как хотим, и постукиваем себя. И одновременно гудим. Гудим, ощущаем звук на ладошках. Включаем все клеточки тела, будем всеми клеточками тела. Включаем всю структуру, все свои поля, будем все структуры. Немножко мы не пробудили струны свои, струны тела. Давайте пробудим, потом опять вернемся ко всей структуре. Галина, можно короткий вопрос? Нужен какой-то код, что моя подружка не может зайти, говорит, код надо задать или нет? Сейчас посмотрю, секунду. Там иногда бывает, но обычно все уходят по ссылке. Сейчас. Она нажимает сейчас на... Ее не путать. А, вот Наталья Саратовна, это другая девушка.
Лена Райхман хотела идти, ну. Так, все там гудим, а мы сейчас тут разбираемся с Заряна, Миляна, кого только нет. Есть идентификатор конференции, у меня почему-то он не копируется никак. Смотри, давай сейчас я тебе его скажу. Ты его запишешь, хорошо? И можешь прямо выслать в чат, там мало ли кому там еще понадобится. Ну и... А, ну, собственно, смотри, я могу сейчас, наверное... А, не, не могу. Я одновременно могу только... Так, в общем, идентификатор записывай. 846-2659-5102. Пароль. Это нужно? Это идентификатор конференции, да. Еще есть пароль. 209805. Пароль 209805. Да. Наверное, чтобы зайти как раз, да? Ну, наверное, я просто не знаю. Но обычно все выходят по ссылке. Угу. А мы тут собирались, наверное, все уже пробудили свои струны, девочки, молодцы. Сейчас я еще прям буквально по одному разу давайте пробужусь с вами. В такой позиции. Так, теперь диагональные позиции, правая рука вверх, левая ножка вниз. Сменили позицию, левая рука вверх, правая ножка вниз. То есть теперь продолжаем все свое пространство, всю свою структуру. И вот оно после вот этих струн уже будет по-другому звучать. Давайте еще продвинемся. Замечательно, все уже по-другому подумал совсем. Так, немножко исцеляющий стилистической такой практики. Вспоминаем свой орган, который требует сейчас нашего внимания. Вспомнили его, представили его, и в этом органе начинаем гудеть. Очень хорошо. Начинаем успевать гласные. Сначала с поддержкой на звук М, начинаем М и выходим в А. На что обращаем внимание? На то, что тело у нас расслаблено, ножки небольшие, пружиночки, ручки расслаблены. А, широко открывается у нас рот, вот таким вот образом проверяем. Пальчики проходят между зубами. Начинаем с А. Три выдоха, каждый с своим выдохом. Три своих выдоха.
М-А. Давайте набираем воздух в живот. Хорошо. О. Также три раза. О. Только себя и не оцениваем, как мы звучим, не важно, важно, что мы звучим, широко открываем рот. Ты. Хорошо. Поспеваем теперь гласные. Без поддержки, без опоры на... Подождите, открываем гласные. Мы не делаем еще одно упражнение, это зеваем. Давайте зеваем. Широко-широко надеваем. Прям искусственно надеваем во весь рот. Очень широко открываем рот. И в какой-то момент наш искусственный зевок перейдет в естественный зевок. Зеваем. Еще зеваем, еще. Да, хорошо.
подключать можно тело. И нужно даже. Звук можно подключать. О, такой красивый голос. Ага, молодцы. Следующий момент. Зевок в зевке. Сначала искусственно широко-широко зеваем по полной программе долго на один зевок. Дальше мы смыкаем губы, но внутри оставляем ощущение открытого горла, словно такой у нас теннисный мячик. И с закрытыми губами начинаем еще запускать еще один зевок. У кого-то может запуститься серия зевков с закрытыми губами, это нормально. Давайте. Так, теперь мысленно спускаем горло в самую диафрагму и будем девать теперь диафрагму в это место. Очень хорошо это упражнение раскрывает нашу вот нижнюю часть легких, раскрывает диафрагму. Давайте еще раз поднимаем диафрагму. Очень вообще просто замечательно. А теперь мы вливаем в том органе, в котором мы гудели. Тот орган, который требует нашего исцеления, нашего внимания. Вспомним сейчас этот орган, вот так он свой. И начинаем в нем вливать. Запустили туда дополнительную энергию, энергию исцеления. Хорошо. И начинаем теперь пропивать гласные. Начиная с А, пока один раз. Сейчас посмотрим. Давай, вдыхаем в А. Значит, что мы помним? Мы помним, что мы звучим, мы не просто горлом, да, мы звучим все структуры свои. Это мы помним вообще всегда. Еще раз А. Не забываем про ширину открытого рта.
Хорошо. Сложимся. Берем песню «Автостеп широкая». Мы сейчас на ней будем раскрываться. Секундочку, сейчас еще сделаю одно сообщение. Сейчас я песню выложу в чат. Она у нас находится на третьей страничке. Все, песня. О, Таня появилась. Девушки, ну вы там тоже иногда выходите. Свет, чтобы я вас видела. Наташа Тольятти, это вот такая Наташа у нас. Такая и у нас осталась. И мы начинаем распевать наши. Я люблю петь стоя, поэтому я буду петь стоя. Потому что стоя можно включить тело, стоя так больше ощущается пространство, но вообще можно петь как угодно. Давайте мы сейчас настроимся, почувствуем свои ножки, тело у нас расслаблено. Стопы почувствовали свои. Почувствовали, что мы можем петь всем пространством, и мы будем петь именно всем пространством. Давай. Ах ты, степь широкая, степь разнобленная, широко ты Oh.
Сели, почувствовали песню. Сели, прикрыли глазки. И давайте почувствуем, что песня принесла наш прошлый. У кого-то есть чем поделиться, если у кого-то есть чем поделиться, можно поделиться чем-то новеньким, что раньше не было. У меня вот этот раз ты впервые включился ощущением пространства сзади. То есть обычно как-то вот ощущаешь вот так вот, вот это пространство впереди и по краям. А тут, чтобы удивительно, пошло раскрытие, стало так вот назад. Была такая следующая ступень, вот интересно, прям спиной. Это такой определенный момент, он сразу включается, когда начинаешь чувствовать то, что идет сзади. Можно я скажу? Да, конечно. Я немножко опоздала сегодня и думала, что сейчас буду долго въезжать. Но вот эта песня меня просто сразу увела. Вообще. То есть вот я сейчас села, прислушалась к себе. У меня внутри такое волнами прямо вот идет. Такое, знаете, как вот рисуют такие вот графики. И вот у меня так внутри волнообразно вся эта энергия бурлит. Вот сегодня она меня, эта песня, прям вот сразу включила. Да, на этой песне, почему мы всегда поем либо эту, либо Калинушку, потому что можно ее замедлить и очень хорошо на ней распеться, дать себе волю, вот эти все пробудеться, пропеться. Поэтому песня сильная. Наталья Саратова, да? Сегодня такое было ощущение какого-то движения, такого вот, как бы получается, именно воронка туда вверх. То есть, если раньше было пространство в ширину, вот так вот раскрывалось, то сейчас прям вот такая вот вороночка вверх ушла. Новая. Ну, тоже, да, новая. О, Джулия, это Арина, где Арина? Это твоя, да, девушка? Лена. О, Лена. Лена Райшман. Лен. В общем, ладно. Так, мы идем дальше. Это как раз, это моя подружка, которая подключиться не могла. А, Джулия, это Лена Райхман. Это Юлия. Юлия — это ее дочка, а ее Лена Райхман зовут, да. Ну, понятно. В общем, как обычно, все там. Заряна, Ирина, в общем, все по-другому. А Петр вообще тоже Наташа, между прочим. Насколько я подозреваю, что Петр – это тоже Наташа. Ну, по крайней мере, так было в прошлый раз. Так, дальше. Дальше предлагаю с вами Туман Яромский. Туман Яром, у нас страничка с вами 7. Тоже мы сейчас на ней еще раз распоем, она такая тоже певучая. С
Все, песня появилась. Так, я жду 5 секунд. Что будет еще? Ой, у меня же там... Так, секунду. Нет, все нормально. Может, кто-то не пел песню. Сейчас пока тут сообщение мне надо одно написать. Я сейчас спою мотив. Ту моя рама, тумана долиною, тумана яра, тумана долиною, за туманом ничего не видно, за туманом ничего не видно. Это у нас такой мотив. А теперь мы... О, еще у нас кто-то ожидает. Тут не очень удобный зум, ну, в смысле, в плане того, что у девушки есть зал ожидания, и я не могу пока его включить, и люди не могут сразу подключаться, мне приходится все время там смотреть, фиксировать там, да, кто там у нас есть, кто нет, кого нет. Так, значит, 7-я страница, открыли, у кого песенники, у кого нет, посмотрим сюда. Галя, а ты не можешь выключить зал ожидания, чтобы тебе на него не отвлекаться? Хотя мне надо разбираться, я сейчас быстро не разберусь. Очень быстро. Я тебя научу сейчас. Ну давай, если быстро научишь, то давай. Участники. Так, не участники, а у тебя там сейчас скажу. Где участники, да. И там у тебя зал ожидания. Прям вторая, что ли, строчка. Смотри. Ну, слушай, там, где участники, у меня только участники. То есть это не твой зум, ты его не сама создала. Да, видимо, да, там на меня в другом месте. Но мне дали все вот эти входы там, да? Да, не сможешь, да, это только Екатерина может сама отключить. Ну, в общем, поэтому пока не получается. Ладно, давайте, я буду просто посматривать. Просто там иногда, вот сейчас вот Наташа к нам присоединилась, она там долго стояла, оказывается, в зале, а я вот...